Если ни разу с секатором не подходить к своей горной сосне, и у нее будут задатки мугуса, то будет примерно такое зрелище. В принципе, по большому счету, сосна-то прекрасна, но с точки зрения декоративности вытянутая, внизу абсолютно голая. Тут еще пытались ее замазать варом. Ну, в общем-то, наверное, первое желание, которое возникает, ее взять и куда-нибудь выкопать. Хотя на самом деле сосна-то хорошая. Просто никто никогда не занимался санитарной обрезкой, никто никогда не занимался формированием. Вот и получается, не пойми что. А природа, конечно, красивая штука, но нас не все елочки и сосенки в лесу восхищают по своему внешнему виду. Поэтому, чтобы все сосны восхищали у себя на участке, нужно периодически подходить к ним хотя бы с секатором. Сюда не попадает солнце. Соответственно, здесь особо живых веток нет. Зазреваю, наверное, что коллеги в меня сейчас будут запускать камнями, потому что среди коллег давно существуют такие споры о том, что, вернее, жалобы на то, что клиенты ценят их чуть выше, чем дворников, и не готовы за уход за участком платить какие-то хорошие деньги согласно их квалификации. Все зависит, наверное, что значит уход за участком. Если речь идет о том, чтобы прополоть и покосить, то такая работа не может стоить дорого. Ну, потому что, по большому счету, покосить может абсолютно любой человек. Вот. Если речь идет действительно о квалифицированном уходе, ну, здесь, наверное, каждый решает в меру своих запросов, рынка, требований и так далее и тому подобное. Я считаю, что ситуация изменится в тот момент, когда свое отношение к уходу за участком изменят как садовники, так и заказчики. Наверное, имело бы смысл перейти на китайскую систему. Знаете, как идет оплата у китайского семейного врача? Он получает свою зарплату в полной мере до тех пор, пока все здоровы в семье. Как только начинаются проблемы, он не получает свою зарплату. Наверное, именно так и должно быть. Если на участке все в порядке, все хорошо, да. А если это все сводится к прополке и покосу, то я не очень понимаю, за что платить вообще изначально какие-то деньги. Меня можно кидать камнями. Я думаю, что мы, наверное, к этой системе придем, если не в следующем году, то года через два. Вот мы заново вернемся к уходу и им займемся, ну, просто чуть-чуть попозже. И будет интересно, во что это превратится и как это закончится.
мощная стрижка, это очень хорошо. Мы придаем с вами форму растениям. Это идеально, наверное, для регулярных таких садиков. Но очень часто забывают, что помимо формовочной стрижки кустарники нуждаются в омолаживающей обрезке. И в какой-то момент вы стрижете свой шарик из пюре, это очень красиво. Но замечайте, что с каждым годом листья все мельче. И вместо того, чтобы на 5-6 год, ну, у некоторых культур на 7 или 8, вид-то не очень красивый. Связано это с тем, видите, толстая ветка, она старая, ее давно нужно было вырезать. И на ней, вот на этой степанандре, листья в 2 раза меньше, чем должны быть. Конечно, можно сказать, что ее не кормили, возможно, это следствие сухого лета, но помимо этого куст просто давно не омолажен. Молодые побеги всегда более сильные, а соответственно и листья гораздо более декоративные. Поэтому помимо поддерживающей формировочной стрижки, вы делаете еще омолаживающую. То есть регулярно выстригаете старые больные ветки. Почему еще нужно выстригать старые? Потому что у вас тогда внутрь кроны попадает свет, и, соответственно, новые гораздо лучше и быстрее развиваются. Я понимаю, что куст сейчас выглядит достаточно страшно. Здесь было бы неплохо прополоть, убрать дерн. Вот. Но обратите внимание, вот ветка, растущая от земли, новая, от корней. У нее и цвет гораздо больше, и лист гораздо более крупный. Весной, когда будет достаточно много новых, можно будет еще несколько из старичков убрать из старых веток и более-менее доделать. Если сразу совсем на ноль, под ноль, ну, это не очень хорошо, лучше это делать постепенно. Ну, буквально за 2 года куст будет омоложен и выглядит совершенно по-другому. Помните видео по поводу козьей ивы, за что я не люблю? Да, что нет участка, где бы козья ива не стояла на арматуре. Вот это отличная иллюстрация. Вот сейчас, смотрите, большая, тяжелая голова на маленькой ножке. Если так все оставить, то года через 2 можно будет, на самом деле, еще одну арматуру наделать, Ну вот мы сейчас немножко поразвлекаемся. Каждый год. Что это дает? Это дает проникновение солнца внутрь, и у вас не только верх нарастает, и становится такой толстой головой на тоненьком стебелечке, но и ствол внизу также расширяется. А как только он расширяется, растение становится крепче, мощнее. Ну, на мощных корнях, естественно, верху хорошо.